Пришла с клиентами смотреть квартиру, и маленький сюрприз. И вот я думаю, это евроремонт или это что? Как в таком состоянии можно вообще людям говорить, что вы можете прийти посмотреть квартиру? Вот как? Привет, ребята! Сейчас у меня был, мне кажется, самый сложный... подписание самого сложного договора аренды за всю мою практику. А случай он такой. Обратилась ко мне пара, которая живет на юге Израиля, им нужна квартира в Хадере, и квартира нужна уже через 10 дней. Раньше у них не было возможности никак приезжать, их не отпускали с работы, а вот сейчас у них появилось время, и они решили окончательно переехать в Хадеру, и вот им нужна квартира, мало того, еще и меблированная. Меблированных квартир в Хадере очень мало. И вот я показала им квартиру, которая максимально подошла под их запросы, но ситуация там была такая. Эту квартиру 2 месяца назад снял квартирант, и вот сейчас его перевели на другое место работы, и ему нужно съехать с квартиры, а договор у него на год, то есть он ищет себе замену. И вот эти квартиранты сказали, что им квартира, да, нужна, они хотят эту квартиру, давайте будем подписывать договор. И все-то неплохо, да, но оказалось, что хозяин данной квартиры, он за границей. Первая проблема в том, что у квартиранта договор у того, который въехал, на год. Это значит, что он разрывает договор среди срока, и надо, чтобы хозяин на это был согласен. Но разрешение хозяина добились. Хозяин не против, только он сказал, что он проверит квартиранта, подходят ли они ему. Хозяин не местный, хозяин за границей. Чтобы созвониться с ним, ладно, что только по WhatsApp можно, это еще куда ни шло. Но когда у нас день, у него ночь, и наоборот, то есть еще надо состыковываться в часовых рамках. Но и это ладно. Он сказал, что договор будет, так как он не местный, договор будет, так как он не в Израиле, договор будет заключаться у адвоката. Ну, беседер. Когда адвокаты сказали, что надо предоставить, адвокат — это всегда хуже, это всегда куча разных требований, я это очень не люблю, но некуда деваться. Адвокаты сказали, что квартиранты должны предоставить чеки, ну, понятно, принести с собой. Они должны переслать уже сейчас ведомостные, зарплатные ведомости за последних 3 месяца, как и они должны переслать документ банковский о движении средств за последних 3 месяца. Это они все переслали, но для того, чтобы подписать договор, нужен еще гарант. Гаранта они нашли, и от гаранта адвокаты попросили то же самое, то есть ведомостные, зарплатные ведомости и движение банковских средств на счете. Но оказалось, что гарант предприниматель. А что это значит? Это значит, что у него нет ведомостей. И тогда бухгалтера сказали, что значит, надо получить у его бухгалтера отчет о годовом доходе. Пошел он, попросил это. Потом они запросили у него еще тоже о движении банковских средств бумагу. А он не особо хочет, это его частное дело, это его бизнес. Он не хочет, чтобы видели, сколько он зарабатывает в этом бизнесе. И я могу его, если честно, понять. Ну, не знаю, насколько правильные эти требования или нет. Получается, что он отказывается давать такую бумагу. А они говорят, если я такой бумаги он не даст, значит, нам этот гарант не подходит. Упирается все то, что назначена дата договора, а гарант вроде он есть, но он не такой, как надо, и непонятно, что с ним делать, и как, и все, и это все. И тогда они говорят, ладно, не хочешь такие бумаги с банка предоставлять, принеси нам бумагу, что у тебя нет в банке кулим, то есть, ну, как бы, как это сказать, что счет не ограничен, что не было проблем с твоим банковским счетом на протяжении года. И вот как бы уже дошло до того, что это уже последний день, гарант на работе, и он может эту бумагу принести только в 2 часа, а они могут нас принять в 4, я говорю нам, им так, подготовьте договор, пришлите, я хотя бы прочитаю, что к чему, какие там пункты, чтобы мы сэкономили время, были готовы, да и вообще поняли, ну, что нам ожидать от договора.
На что они говорят: не, мы не будем делать никакой договор до тех пор, пока гарант не принесет эту бумагу. Я говорю: ну он может принести ее только в 2 часа дня, даже начало третьего. Они говорят: ну не знаю, тогда мы вас не примем. А люди уже едут опять с юга, им добираться на общественном транспорте целых 2,5 часа. Лето, жара, ужас просто какой-то. Эта вся ситуация настолько меня забрала и нервов, и эти все переговоры. Мало того, что велись переговоры с хозяином, который черт знает где, потом велись переговоры с квартирантом, который тоже хочет как бы съехать, да, хочет разорвать договор, но тоже не может никак с этими адвокатами договориться, как-то их упросить, попросить, не знаю, чтобы это все быстрее и гладко прошло. Потому что он им нехилую сумму платит. В общем, как-то это все в конце концов наладилось. Мы приехали в эту контору. Все улыбаются, хотя до этого чуть ли не ругались на нас, что если вы не принесете, мы вас не примем, и все, и то, и все. Столько бардака, что это какой-то просто капец. Слава богу, что в итоге это все закончилось. Не то, что сложный был договор, просто что очень много вовлечено всех, и чем больше людей вовлечено в процесс, тем больше получается испорченного телефона, и это уже, конечно, не очень классно, особенно когда еще завязаны на времени, когда с работы не отпускают людей, чтобы они приехали, подписали договор, то есть они могут только в определенный день, а адвокаты отказываются, а квартирант приехать в этот момент не может. А ты не знаешь, что тебе делать, и уже как бы опускаешь руки. Ну, не то, что опускаешь руки, что сделка не состоится, а то, что уже не понимаешь, вот, блин, как это все так организовать, чтобы оно как-то все-таки слепилось. Ну, потом, в конце концов, все как-то становится на свои места, и слава богу. Вот такой вот рассказ.